Да. Суть в том, что он не выиграл. У него кинг упал, это все видели, да? Это что? Он... А. Best of 5 или Best of 7? 5. Это он шакал, блядь. Так. Да чё, не, на самом деле, по справедливости, Буйвол играл лучше и проиграл, ну, скорее, возможно, из-за бага. Нет, справедливости. Бага. И где он сыграл лучше, какой мув тебе? Ну, понимаешь, там в начале Буйвол... Какой, в чём он сыграл лучше? Конкретики от Артема не будет. Да, ну там... нет, ну хорошо, но просто ты помнишь всю игру, как она протекала? Помню, что у Буйвола был пик лучше. Насколько лучше? Ну, клетки, ну неважно, пик лучше, хуже, это второй вопрос. Помни каких-то мувов, от которых типа Буйвол должен был выигрывать. Повезло с Гарью, хил бы отдал на 7, если бы не Гарь. В любом случае. Умер бы на 15, если бы не Гарри. В чем он? Думаете? Да нет, ну так понимаешь, смотри, понимаешь, ну на 7 он видит, что ему выпало Гарри, он сыграл от Гарри. Как он сыграл? Он все равно фига сидел. Ну блин, понимаешь, так бы он не строил Грифона, а сделал ролл, например. Так больше отвод сделал, чтобы дефнуть лучше. Там, блядь, засыл был на... Да, он видит, что у него гарь, и он играет по гарь. А если бы у него была не гарь, мы бы не узнали, как он сыграл. Может быть, он рольнул. Может быть, как-то по-другому построился. Может быть, не рольнул. Ну, так вот именно, что мы не узнаем. Важно, как сложилось. По показателям, просто, потому что... Ты просто говоришь, что по показателям он не был. Нет, был. Было больше инкома, а у ежа было... Нет. Валы больше, у ежа было больше на 1000, на 2000 леса. Примерно. По-моему, там не меньше 1000. Нет, 2000 леса. 27-я волна была в 1800. Да, 1800. Ну, с учетом 7-15, 7-14, ну, типа 200 леса там еще накапать каких, плюс-минус. 2000 леса разница. Ну, при том, он кидает этот лес на 30-ю, который Буйвол дефает таким пиком. Хорошо, если думсдейки со стимроллером под вертолетом, с барами, гарпиями и этой большой, с отводом плюс-минус нормальным, не дефает, то что тогда дефает? Перевал дикий еще был. Тогда волна неправильная. На самом деле, 30-ка еще очень хорошо вышла было. Там просто стак изуронил ему. Мне кажется, он дефает был. Да, просто тут вот вопрос в чем? В стак он действительно попал или не попал? Ну, просто идеально вообще боссы вышли так. По-моему, просто босс не двинулся, он не... По-моему, там не был. По-моему, просто так ему не попал. Мне вообще кажется, он какой-то назад дал. По-моему, просто все. По-моему, он слишком рано стакнул. Ну, есть программки, которые смотрят, наверное, реплей, и куда стак был. По-моему, он переоценил просто размер модельки босса и стакнул мимо него. Короче, мне кажется, он просто не попал в стак. Возможно. Мы его деф бесполезно. Ну, самый вероятный исход, да, конечно. Но проверять-то по виду было похоже, что попал. А мне, даже когда типа вышел, я хотел сказать, что типа как-то рано стакнул. Мне показалось, что, короче, рано он стакнул. Ну вот у меня было ощущение, что короче. Ну короче, просто Артём. Не так у него что-то пошло. Такой наид, я согласен. Ну, слушай, не факт, что, короче, это баг. Ну, может быть, ну. А нахуя он начал сакашу? Там больной, что ли, блядь? Ну да, интересно, сыграл. С уверенным счетом ведет, имеет право. Тут да, как по справедливости. Если вдруг правда баг, то до лица-то я считаю, что дефалось. Потому что если такой перевал с такими юнитами не дефы, то ее ничто не дефает. Гидр было, гидр не вообще, считай, да не, там 5000, 5 гидр всего лишь было. Пинг вроде бы стал его. Ну вот может опять попал нахуй. Будет брызгать монитор дальше. Да не, я просто интересно, как действительно должно было быть. Так ты признаешь, Ежак, не признаю. Не, по игре нет. По игре нет. Буйвол хорошо играет.
Ёж, ну что это? Ну что это, вот. Да не, Бувил просто играет хорошо. Ну, я понимаю его действия, а действия ежа я многие не понимаю. Но это не значит, что я какой-то плохой. Вот. Ну, понятное дело, что я сильнее ежа, значит, имею право так говорить. А вот Буйвол показывает... А Буйвол показывает очень сильную игру, вот что на стримах у него видел. А Ёж что? Ёж ФФ Эдику пишет. О, значит, если Ёж выиграет, то он тем самым докажет, что он сильнее Артёма. Опа. Нет, я говорю, что Ёж ФФ Эдику пишет. Как его можно назвать князем? Бля, разные игры бывают, вы заебали реально. Просто Артёма деклассировали, обоссали в рот нахуй. Ну, я выиграл, вот он выиграл. Может это понять, блядь. Просто ешь зануда, ебаная. Скучно играет себе. На орках единственное. Наоборот. Единственное на орках. Ешь очень скучно играет на самом деле. Единственное игра. Ну, хуй знает. На орках, конечно, он хорошо показал. Перформанс такой прям. Горелка, да, уезжа? Раньше Леон. Да, нет. Он... Ах ты, блядь, хит. Наколдовал себе, блядь, волну. Три раза подряд убывал. Нужна она мы тут? Ну, хую знаю. Вот ежу волна нужна, пиздец. Я приезжаю и говорю. Что, Валера, лучше? Горелка... Волна? 90 урона, что за дерьмо не стоит. Там слабый скилл на карте. Это пропуск, что ли? Да, потом сам... Да, не всегда. Волна всегда хуйня ебаная. Хороший стак. Минимум. А, нет, выше. Ну нет, это уже не его вина. Ну это пропуск, потому что это Акаш умрет. Думаешь? Это не пропуск, Артём. Ты Акаш умрёт всегда и будет так навсегда. Нет. Не, Валер. Всегда. Как хуёво бы не выходили, блядь. Да, три нормально. Да, Валер, с Валером много не возьмешь, прости ему, конечно. Три Акаши при средних стаке. Дефолтный 1500-ник, он не все знает. Артём, ты сказал, что будет нахуй на 3 дефолтный. Ну так... Иди, кстати, в дурачков. Смотри, ты сказал, что дед не проиграет на 24, он проебал на 24. И пешка Валера в этой партии. Ты пусть знаешь, я сам думаю, что я его. Надо расставать, пусть найдем там. Ну, Артем аж везде дефает. Ну, Артем везде и дефает, блядь. Грит Азур и дефает. А все драконы имба, красный это вообще топ. Сила. Валера, я готов отвечать за себя, я везде дефую нормально. Я помню, Бужвал построил проста на лиге. Вот это классно, хороший мув. Что они там? Они не дефуют просто. 6. Ну так же пускают, там 4-5 штучек. 6 не дефуют? Да, 3 Акаши нет. Акаши не дефуют. Под засылом там вообще хана. Засылом, да, там плохо, даже без засыла три Акаши. Так, что это? Ты думаешь, что сейчас не дефнет? О-о-о. А буйвола, бля, опять горел. Нет, так Кускара все равно хорошо. Не под таким засылом. Да, бля, но... С 5-2, да. Ну, 5-2 это, конечно, жестко. Вот. Хитро-хитро. 5-2, а не 7-2. О, даже этого не хватило. Босс на каш. Ну да, 6, конечно, беда, бля, с этими кашами, ебаными. Да, перс, из-за перса три тычки надо делать. Ну,
Вообще он стакнул плохо, это должен был быть деф. Ну да. Хуйня. Сейчас еще одно поставим. Раз, два, три. Шаман, там сатта, милиция, кинты. Опа, засветил волну, где? Это еще доп голда буйволу, да? Ну а каши хоть дефаю, блядь, 7 хорошо, хоть единственная волна, которая не дефает. Поставить что ли виверну? А нахуй она нужна, блядь, это виверна. Нет. Фускара нахуй, конечно же, нахуй ты виверна. Давай, не тявкай, Валя. Нет, Фускара не дефает. Ты класс, блядь. Ты собака, которая знает, как дефается только первая. Нормально, два Фускара и танковка тоже заебет. Ну, я припоминаю игру Буйвола и Ежа давно-давно, тоже вот подобный формат был, там было 2-2, у Ежа были мишки, он 6 не стакнул, очень много кинул на 7 хускаром, а там было просто 4 хускара, не апнутых, да, а этого не было, и отвод был меньше, а сейчас другая ситуация, но там было 2 орка. 4 мне не нравится вообще, а Еж что, 4 поставил, сука, был? А, в лорда вышел, в лорда вышел. Лорд, это интересно. Это я волна прям, да. Форт танкует, Акаши бьют. Новая волна, волна. Подо мной, подо мной. Горелочка, горелочка. О. Это хил без Гарри, хил с Гарри, короче. Хил с Гарри? Там вроде переурсы. Очень хороший деф. Легкий деф. Я помню, 3 урцы было. По-моему, это хил, короче. Да, орки 3 урца, это хил. Красиво, красиво. Д-класс идет. Думаешь? Большой, большой засыл. 3000 хп. Это хуйня. 3 урцы, блядь, бьют, блядь. На 4-м, по-моему, хил выбил, выжил, блядь. По-моему, это деф. Ёж уже паникует. Тут хил, жестко. А, и сразу пошел. Соперника, да, хорош. Сейчас второго лорда поставим. Да, тут второго. 2-2, и в итоге 3-2. Да, бультера. Будет 13 закидывать, красиво. Да. Наверное, больше смешно. Ёж в свои стороны знает слабый. Будет закидывать туда, где куски не дать. 13. Так, да, лорд будет, и... Ну, муф оправдался, да, молодец, Ёж. Ёж молодец, ну, да. Вообще... А уезжай-то пик-то лучше. Мешало начать с лорда, и потом этих трех акаш построить. А меньше было бы в леса. Ламба меньше. А он понял, что типа в начале Акаша лучше. Не, учитывая, что ему пришло 2, нихуя. Больше бы наоборот ламбы было. Почему? А он, короче, 4 дефает также, а айстроль плюс лорд. Это дефа. А, ну да. Акашу ставит на 5, Акашу на 6, Акашу на 7. Сидит 6-2. Ну-ка, давайте почитайте математическим способом все это. Да, есть Валера Чушкан, какая математика. Он там настройки из говна лепит что-то. Второй уже кидал с расчета, что там, блядь, печет. Может, находится, я не кидал бы второй. Он кидал 2, потому что у него хускары. И там надо кидать. Причем именно с лучками. Он не будет, нет, походу. Там ну. Именно потому, что у него хускары, а не потому, что там... Микролик. Это сложный мувы. Это в ноль. Заеби, все равно, да. Там, чтобы поставить Т1 в мид, чтобы тебя на тренер не дал, можно кинуть там 2. За каша, блядь. Ему же заслали, да, вроде милиции? Ему, да, заслали, конечно. Буйвол начал кидать, как хил отдал сразу же. Милиции. Да, ментяр поганый. Менты, да. Миша. Милиция? Игорь тоже Буйвол лучше сыграл. Ну, вот Игорь Ёж хорошо сыграл, но Буйвол... А где он грубо ошибся, Буйвол? Он ошибся, когда бросил вызов в дежу. Хотя бы то, что кинул 7 в АК.
8. Вот это... Не знал. Тут не буйвол ошибся, а просто Ёж очень хорошо сыграл. Мысли, ну вообще это на самом деле основа его КДЛ тоже была. Не, ну Ёж сыграл слишком хорошо, тут по-моему, тяжело. На шестом же спалили. Или на каком? Показывал. В любом случае, даже если он показал, то буйвол начал кидать 6 до того, как он выиграл волну. На каком-то волну вроде полил. На пятом он не полил волну. На шестом. Буйвол начал кидать раньше, чем увидел волну. Понимаешь? Так, пик... Он может понимать, что ему очень много прилетит. Пик плохой, но это тоже второй ролл. Он мог уйти без хила. Ну, шейкер есть, с другой стороны. У него вампиризм есть, шейкер. Ты вот говоришь, что вот тебе бриллиантал тогда. Я говорю, что не бриллиантал тогда в этой ситуации. Он мог спокойно не отдавать хил. Зачем кидать 7 вакашу? Ну да, да, это верно. Не ожидал такой хорошей игры от Ежа. Он князь. Придется признать. Да, придется признать. Как будто Еж какой-то, блядь, 1500-ник алхавской, блядь. Нееее. Не так, ну что, там слишком много леса. Откуда? Три урсы, орк. Лик 5 или лик 6 было? Ну, кто-то ожидал бы такой засыл. А откуда? Он кидал тебе только третий левел, и после этого ликнул 5 и 6. Откуда там такой засыл? Ну, сложно это оценить. Конечно. Ну, бля, ну на самом деле не то чтобы сложно. Как ты говоришь, князь вот тогда такой должен оценивать. Нет. Ты же просто его превозносишь, вот, Нет, ну... Ну, в смысле нет? Ну, по факту, Артём. Артём сегодня не обсирается целый день. Да, да какой? Буйвол сыграл хорошо, сыграл, но Ёж сыграл очень хорошо. То есть оба играют хорошо. Но Ёж сыграл очень хорошо. То есть выйти в лорда, это 80 страхануть грамотно. Нет, это понятно, что Ёж молодец. Он, короче, я считаю, что кидать 7 это довольно грубая ошибка в этой игре, по факту. Ну, Акаша прочитать. Ты можешь быть со мной не согласен, но я считаю, что это грубая ошибка. Да ну ошибка вышла, конечно. Ну а после-то проще говорить. Ну, я, по-моему, даже достал, что не зря кидает, он сейчас хил въебет. Да, было такое, да. То есть я не пище не говорил, я это еще до волны говорил, что он чуть-чуть не ждет. Это еще на пятом это говорил. На шестом говоришь. Ой, блядь, ебаная баллонка, блядь. Ой, блядь, Валера, какая тебе баллонка, дебил. Баллонка, блядь, чучело. Да тут вал маленький просто. Ненормально. Да там хускары забей, что тут показывает. Понятно, что классирует Артём сегодня. Ну ты тоже в ноль. Да, ну да. Покажи арену. Покажу королей. Покажи королей. Ну вот это плохо, конечно. Тут, конечно, тяжелая ситуация у Буйвола. Слушай, получается, Ёж в эту игру играет лучше. Да, эту игру играет лучше. Пиздец, Ёж так глаза горят. Я, короче, его замотивировал, я сказал, что Артём его хуйтосит. Я хотел его замотивировать. Да не, у Ёжа просто так глаза горят за этот топ, он, блядь, без перерыва играет в это ЛТД, я, блядь, стону нахуй. Ёж выигрывает 3-2 и Буйвол идёт в машину. Да, Ёжу! А третью карту машину придёт. Вот если бы я Буйвол проиграл, мне бы было обидно. А Ёжу? Ладно, ему топ нужнее, мне всё равно премка бесконечная. Ёж пускай премку забирает. Да, он заслужился, да. Вот Буйвол у меня был топ. Как давно Ёж не был? Более обидно. Ну, обидно не как проиграл. У нас никому проиграл, а как? Ну кто-то по фану проигрывает, а кто-то... Да, затем проигрывать мне не обидно. Хоть хускары ебу, блядь. Да. Затем проигрывать. Валы чуть побольше. Там демон камнями стреляет. Что это у нас? А тут? Не, ну и кому проиграл, тоже важно.
Главное, чтоб не Фаби. Ну, Фаби, да. Тут, конечно, короля нет, хила нет, шейкеры. Трудная ситуация. Бля, Эдди, давай поддерживай Буйвола, вы же с ним соседи. Слово сказали, выезжай, блядь, пиздец, пиздец. Перебиваю эту роду. Босс своего земляка поддерживал в Воронеже. Не, 2-2 это всегда интересно. 3-5 карта. 3-2 тоже интересно, кстати. Ну, бля, было бы 3-0, было бы приятно. Нет, 3-0 только король выносит. Точнее, 4. Валера, какой же счет? Для Валера это... Да я знаю, Валера, он чушка. Для Валера чушка, он же, блядь, этот нахуй, придворный. Валера даже не понимает, что специально нахуй разводит. Валера пешка в этой игре, блядь. Ой, бля. Валера, хамишь королю, чушка, накажу, блядь. Конюшню пойдешь драть. Ой, блядь. Ебень, бля, болотка. Какой конч. Ну что там буйвол? А, блин, ну тут шейкер и ролл. Шейкер и вампиризм, вообще надо играть до конца. Станы есть, вампиризм есть, что-то еще надо. Что ёжик хочет делать? Кинга попал чуть-чуть хпшку. Далеко как-то. А, два шейкера, ну, тогда не хватит. А, апнуть сразу, потому что в любом случае один апнутый нужен. Не, ну, а, остается, окей. Волна нужна, шейкеры под этим под лайфстилом. Ёкарный бабай, жми. Не жми, нет. Еще третьего шейкера под 13 волны. Да ты проиграешь в мидгейме, тебе не нужны твои шейкеры сейчас. Буйвол. Три шейкера срочно, три шейкера. Ладно, что-то князь ЛТД начинает сдавать. Ёж не сдает, он нормально. Да, ёж не сдает. Да, не стакает, смотри. Типа, чтобы поглубже зашло. Ну, тут волна тоже идет. Непонятно. Если ликнет без засыла, наверное... Так он и ликнет. Блядь, Бучи, вау. Ой. Что, Бучи он выиграл. Ну, Лордыс так себе, 12. Ну, Лордыс и суть. Ну, фокус хорош. Вот кип это лорд. Лорд. Ну, нет. Согласен, кип лорд на лорд тянет. Да, тянет на лорда, блядь, и чё как тянет? Тянет. Тянет. Лорды не проигрывают. Валера вот на этого подсоса у лорда тянет. Какой клюв. А были какие-то птицы в Южной Америке, они доминировали в течение долгих миллионов лет за счет того, что не было хищников других. То есть они были 2 метра ростом. Как-то я забыл, их звали. Короче, у них голова была 60 сантиметров и клюв 40 сантиметров. Он типа одним ударом там убивал животных. Потом приехал Артём, как южный. Вот, короче. Блин, как её зовут-то, нахуй? За что? Так, смотри, у Буйвола 137, и он апает короля, а это четко. Никаких засылов бесполезных не делает. Ну, типа, 10 ментов на эту волну было бы, конечно, круто, но это нужно быть уверенным. Так, тут у нас апается. Здесь что надо? Ну, нужно ролить, я не знаю, что он думает, о чем он думает. Ну, вот так и... Ну, что... Ну, это продал, это поставил, это поставил. Как что надо продавать на самом деле? Он продал. Молодец. Заруинил. Сколько ролл? 100, блядь. Вообще не факт. Да надо, что эти шейкеры делают? Ну, вообще, да. Два достаточно.
16 не умирает, 19 не умирает за счет перса. Это стенка. А, тут кидал. Наверное, по той логике, что у него самого 14 летит, типа. Ну тут уже просто апнутый король. Да нет, ты чё? Нет, смотри, у него вала меньше, кома меньше. Ну, у него леса, смотри, сколько на руках. Видимо, развод какой-то, и потом 17. Ну, леса много на руках. Да, ну. Так, ну ты что, кони апнутый хускар? Не, не хватает. 20 голды не хватает. Тогда что делать? Ну, если ты не сомневаешься, кинут тебе, не кинут. Россия против Канады будет. А, слушайте, он очень... Эй, блядь, падаль, нахуя ты стрим, блядь, остановил, нахуй? Не там? Падаль, бля. Падаль. Ебать, конча, бля. Падаль, Валера, у тебя в очке, блядь. Падаль, бля. Какой еблан, блядь, послушайте, дурак. Он собирается просто переживать его на 17 с лордами. Чушка, бля. Падаль говорит, блядь. Бля, жестко, бля, очень жестко. Да нет, на самом деле похуй, он же дебил, блядь. Сейчас ты возьмешь на кто канале за чучелоида, блядь. Да-да. Ну, засылка. Фразу Артём говорит уже раз третий, наверное. Ну, потому что ничего не меняется, блядь. Ну, да, да. Одно и то же. Валера ходит по кругу, я хожу по кругу, блядь. Ну, да, да, вы, короче, одну и ту же хуйню повторяете раз за раз, блядь. Валера ещё, как, блядь, дебил уркает, нахуй. Рыгает ещё. Слышал, как Валера рыгался? А, тебя не было, дед. Ты ещё... А, я же спрогнозировал, что дед через 2 часа придёт. Я сказал, что мы потеряли деда на 2 часа, типа, примерно. Жопу пошел сушить. Ну, типа, да. Я вообще не горел. Я сходил, прогулялся в магазин, поиграл там в релакс-игру. Ну, мне просто не было интересно смотреть этот матч. Ну, ладно, дед, признай, ну, подгорел, ну, любой подгорит, блядь. Зачем? Я не подгорел, честно. Ну, не подгорел, но расстроился. Глупо обманывать, что ты не расстроился. Мы тебя поймем. Ну то, что расстроенность была, но твоей игры была расстроена. Ну понятно, да. Ну это честный ответ. То есть не на игру, не на чё, а на тебя там. Ну, Буйвол, смотрите, да, какой умный бык, блядь. Какая умная, блядь, балонка, нахуй. Валера говорит. Ба. Но он остался 7-7. И в пиковый момент хочет выйти с лучшими. Более, ну, заслать столько, чтобы убить. Он и не скопит демона Крякена на 17. А вот Йош... А Йош даже больше, причем в разы. Блять, а чё опять Буйвол? Блять, Буйвол дышит, Артём. Бля, вот это мув. Да не, ну Буйвол все хорошо делает. Ёж тоже хорошо делает. Я это тоже отмечал. Я это тоже отмечал, что Ёж хорошо тоже действует. Буйвол чисто типичный любимчик учителя. Да, любимчик. Похуй сидит, играет, блядь. Забыл заказать обед. Строит рандомно башенки, Артём. Бля, вот это мув. А так заметь, при том, что я говорю, какой мув, я сказал, что Ёж сыграл еще лучше. Было такое? Было. А сейчас я не вижу никаких хороших мувов от Буйвола в этой игре. Вот, блядь, здесь хорошего.
Ну, это просто обычный, ну, без хила. Он грамотно отыгрывает без хила. На 14, допустим, резака апнул. Молодец. Не каждый поймет, что ему идет. Ну, он на всю голду грамотно распределился. Да нет, тут вообще резаков надо было строить. Да бля, Артём... Айош тоже идейно сыграл. Он 14 рассчитывал, что этим маленьким лесом пробьет, покормится и больше, ну, и кинет столько же. Айош не кидает 17. Просто... Прочитан. Вот это ошибочка. Ну, лорды хорошо дефают. 18-ю. 20-ю пойдет. Слушай, на 18 уже очень большой застрел был. Ну, у Буйвола... 18-ю Буйвола лучше, чем... Но он не успеет хп апнуть, а конечно. А знаешь, чем прикол Буйвол? Буйвол может размен. Да. А чё он даст? Чем работает? Он уже апает. Ой, Ёж кинул последнюю секунду. У МХ. Задрот. По-моему, Ёж, короче, хуйню сделал. Почему хуйню сделал? Ну не то, что хуйню, короче, почему он сразу не кидает? Ну думал в течение всей волны, смотрел взрывы, да, может такое. Короче, тайды просто не особо нужны. Может реально дубов читал, ну типа смотрел взрывы, мало ли дубы. Так, Буйвол отлично разыграл. Ну как отлично? Хорошо. 2-1 ведет. Как нет? Отлично. Отлично было тут заролить нахуй. Ролом, а нет, по 100. Кстати, нет. Ну, он бы не поставил все, что стоит. Да. Так что бой был идеально сыграл. Бля, я вспомнил видос, бля. Это чисто, вот, знаете, этот видос вот характеризует Артема, бля. Когда называют эту игру Буйвола. Буйвол так отлично дышит, блядь. Бля, как же охуенно. Ой, как охуенно буйволский шейкер станет. Как же охуенно у него накуривает. Именно всем. Ой, как он охуенно проигрывает. Блядь, вот это буйвол. Бля, да. Охуенно проиграл. Блядь, буйвол просто шикарный. Как он красиво. Нет, хорошо, красиво. Ну что, 2-2, блядь, интересно. Всегда интересно 2-2, когда. Ты говоришь, что Буйвол хорошо. Я вообще не видел, где он тут хорошо.